для 5 прикаспийских государств, да, собственно говоря, для всего нашего континента. Вопрос Каспия является одним из приоритетных, и мы видим, как обсуждаются документы, которые были недавно подписаны в связи с определением правового статуса Каспия. И действительно, это многолетняя, многодесятилетняя работа, значит, и правительств, собственно говоря, 5 государств, и безусловное такое стержневое главное участие руководителей государств, президентов наших стран. Каспий – это колоссальная кладовая, прежде всего, природных ресурсов. Безусловно, на Каспий устремлены алчные взгляды иных государств, которые в своих поползновениях используют самые разные и очень часто нечистоплотные методы. Я являюсь руководителем российско-азербайджанской группы дружбы, межпарламентской. И мы также в своей работе очень часто касаемся вопросов Каспия, обсуждаем все, что касается Каспия и хозяйственных, экономических вопросов, политических вопросов, экологических вопросов, вопросов безопасности. То есть вопрос Каспия вообще стоит на повестке дня постоянно. И сейчас, с учетом доработки всех документов, с учетом, скажем так, притирки, в нормальном смысле этого слова, предстоит еще большая работа.